Заседание политического совета Анапского отделения партии «Единая Россия» началось с приятного. Новым членам партии вручили долгожданные партийные билеты. Партийный билет сегодня никаких преимуществ вам перед другими не дает. Мне кажется, это хорошо. Желающих присоединиться к партии немало. Например, Алексей Новгородцев считает, что молодежь может реализовать себя в партийных проектах, проявить себя и посильно помочь. Я изучал различные политические организации, которые есть у нас в России, читал программы и считаю, что партия «Единая Россия» наиболее подходящее, можно сказать, по моим идеалам. Активного студента в партию приняли единогласно. Заместитель главы курорта Олег Костенко доложил о задачах партийного проекта «Школа грамотного потребителя». Это проект, который направлен на повышение информированности граждан об основных направлениях государственной жилищной политики, повышение грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, воспитание грамотных и ответственных собственников жилых помещений. Руководителем проекта избран заместитель главы города Владимир Забураев. Новому руководителю глава муниципального образования Сергей Сергеев незамедлительно поставил задачу по домам, в которых нет управляющей компании. Дал ночь на размышление и поручил сразу же браться за решение важной проблемы. Объявить конкурс и выбрать управляющую компанию. Не шутите, зима впереди. На заседании политсовета утвердили список партийных кандидатов на предстоящие выборы в Совет муниципального образования. От партии «Единая Россия» их 27. Сегодняшний день старт дан, и вы должны помнить, что вы избираетесь в новый совет, который будет работать уже по новому, как его назвать, законодательству, если правильно сказать, да, законодательству. Вот. И надо учесть те вопросы, которые и недоработки, которые были у совета избранного сейчас.